Мне не надо выигрывать выборы. Ко мне приходят на концерты или покупают мои книги, или слушают меня те люди, которым интересно уже мое мнение. Мне не хочется... Идея задача, чтобы этих людей даже было больше, потому что тогда бы я говорил вещи, может быть, более приятные для большинства. Политики льстят своему народу, потому что им надо... Да, потому что, да, ну понятно, кусок сыра. Нужно, чтобы не каркнули на выборах во все Воронье горы. Другие задачи не нужны, другие задачи. Меня абсолютно устраивает как минимум качество людей, которые вот вчера приходили. Меня устраивает их реакция, их глаза. Я не хотел бы махнуться баш на баш. Я не хотел бы, чтобы я нравился Шойгу и Лаврову, и Путину, а не нравился этим людям. Мне нет. Хотя, да, тех больше, разумеется, ну, поклонников, по крайней мере, у меня на родине. Нет, другие задачи совсем, другие задачи. Как сформулировал мой коллега Лев Семенович Рубинштейн, задача простая – не испортить некролог. Вот, так сказать, очень, очень ясно сформулированная задача. Тем более, что вокруг довольно много людей, которые умудрились совершенно... Непонятно зачем испортить себе некролог. Люди с прекрасной, славной биографией, любимые, уважаемые. Я понимаю молодых негодяев, то есть я их могу понять, их расчет. Как в том анекдоте про дьявола и проданную душу, да? Потому что это все будет при жизни, да, а больше ничего не интересует. Ну хорошо, если ты выбрал такой путь, если ты молод, да, дай тебе Бог здоровья, там, да, конвертируй свои годы в бабло, там, в места, в влияние и так далее, так далее. Там, в занятие ниши какой-то и так далее. Но когда откровенно подлечит там, 70-летний человек, славный артист, художник, музыкант, заслуженно любимый, обожаемый, так сказать, людьми. К Бабкиной нету вопросов, да, какие вопросы к Бабкиной там. Нет вопросов к людям типа Василия Лунового, там, который уже полвека подписывает все, что ему дадут на подпись. Да. Это, по-своему, это убеждения, да, ну такие. Номенклатурно, начальственно, патриотические в кавычках, да, хорошо. Понятно. А вот что движет, так сказать, людьми уважаемыми. Для меня это загадка. Портит некролог. Рубинштейна не читали, Левку. Высшая похвала Зиновия Ефимовича Герта себе была там вполне пристойна, он говорил. Кажется, без позора. Без позора. Вот, да, вот ужас, что ты нет, опозоришься. И это настоящий ужас для нормального человека. Как ни в чем не бывало. Вот это меня поражает, честно говоря. Правда поражает. Я не понимаю, зачем.